Здравствуйте! Сегодня я расскажу вам притчу Леонардо да Винчи «Лежебока на солнце». «Вставай же, наконец, Соня!» — в сердцах сказал крестьянин сыну. «Солнце уже давно взошло. Не стыдно ли тебе так долго валяться в постели? Эх ты, лежебока! По что ты коришь и попрекаешь меня солнцем?» — неудомевал парень, сладко позевывая. «У светила забот поболее, да и путь за день подлиннее. Вот оно и торопится встать позаранку. Мой же путь вокруг дома невелик, и потому не беда, если я вздремну лишний часок».